самая активная молодежь нашего региона сегодня здесь, на форуме, для того, чтобы встретиться, прокачать себя и наметить перспективы взаимодействия, ведь точек соприкосновения очень много. На региональном форуме «Мое Оренбуржье» Егор Прокузин представляет разработку «Проектная смена». Она направлена на создание в Бузулуке группы молодых экспертов по написанию, подготовке и защите проектов. Молодой человек уверен, тема в современных условиях более чем актуальна. Наверное, не секрет для всех, что проектная история сейчас становится практически ведущей, и ее актуальность только растет. Но, тем не менее, молодые люди, кто-то не понимает, зачем это может быть нужно им в жизни, кто-то не понимает, как это делается. Так, в рамках проекта планируют провести форум в Бузулуке. На нем сформируют две рабочие группы – статистическую и проектную. Их в будущем объединят некоммерческую организацию. Ее представители по задумке будут учить разработке и защите проектов. Форум «Мое Оренбуржье» – это и возможность обсудить актуальные вопросы. Первая панельная дискуссия – события «Оренбуржье. Регион для молодых». Сегодня необходимо укрепить региональное взаимодействие. В центре внимания – создание новых структур. И мы очень надеемся, что все, кто сегодня нас слышит на местах, в муниципальных районах, обязательно примут для себя решение создать своих образовательных организаций, своих отделений в молодежной политике, первичные ячейки, и вы вместе со всей страной будете в российском движении молодежи. О молодежном предпринимательстве говорит вице-губернатор Игнат Петухов. Он отмечает, важно помогать бизнесменам повышать производительность труда. Необходимо также создание условий для молодых предпринимателей, чтобы они остались в Оренбуржье. Наша задача – создать такую систему, чтобы ребята, вне зависимости от той сферы, в которой они работают, экономика, благотворительность, волонтерство, экологическая повестка, чтобы у них всегда была возможность реализовывать свои начинания. И мы видим, что по разным направлениям это создается, где-то есть определенные пробуксовки. Но мы над этим работаем. В этом году на развитие колледжей Оренбургской области направили порядка 500 миллионов рублей. Еще в следующем 500 миллионов будет направлено на создание современных условий в оренбургских образовательных организациях. Средства пойдут на обеспечение современной материально-технической базы, увеличение зарплаты преподавателей. В свою очередь, форум «Мое Оренбуржье» поможет в том числе улучшить процесс обучения и на этих площадках. Елена Еремина, Игорь Бероев, новости дня.